Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Очень рада приветствовать вас в новом видео. Сегодня влог я начну с обзора покупок. На прошлой неделе мы ездили в магазин IKEA, кое-что купила для быта, для организации хранения. В общем, сейчас поделюсь с вами своими покупками. Давайте начнем с товаров в детскую комнату. Я купила несколько органайзеров. Если не ошибаюсь, вот эта серия, она появилась не так давно, по-моему, только в прошлом году. Тканевые органайзеры, очень приятная цветовая гамма, светло-бежевый оттенок, изнутри ткань с рисунком, с внешней стороны просто белая. Они отлично держат форму, с боков есть такие картонные вставки, и органайзеры можно разместить как в комоде, например, так и где-то на открытой полке, в шкафу. Смотрятся они привлекательно, симпатично. Здесь получается такая идет отделка, к сожалению, они не разбираются, постирать в стиральной машине не получится, только вот влажная чистка с использованием тряпки. Я хочу переорганизовать хранение в детском комоде и заменить там органайзеры. Я те органайзеры покупала года 4, наверное, назад, если не ошибаюсь, тоже в магазине IKEA, по-моему, серия стук. Они так уже износились и смотрятся они не особо привлекательно. Я думаю, что пристрою их куда-то в другое место, возможно, даже в гараж, потому что ткань там такая гладкая, влага отталкивающая, и они сильно мараться не будут. Мне как раз там нужно организовать одну зону. А вот эти отлично подойдут для комода. Я взяла в двух размерах, один побольше, другой поменьше, чтобы их вместе так вот разместить или вот так каким-то образом. В общем, посмотрю, надо будет покрутить, как это все будет выглядеть. Купили комплект постельного белья детский. Эмма сама выбрала себе вот такую расцветку. Она у нас теперь дама самостоятельная, и особо ей так сам ничего не купишь, надо обязательно с ней советоваться, а еще может сказать, что я не хочу, мне это не нравится. С одной стороны розовый с собачками, а с обратной стороны он просто белый в розовый горошек. Покупаешь один комплект, а в итоге получаешь два, то есть можно менять одну неделю розовый, другую неделю белый. Ткань 100% хлопок, в принципе, такая достаточно плотная, приятная на ощупь. Я покупала в IKEA комплект постельного белья чуть подешевле, и там хлопок тоненький, и, конечно же, он гораздо быстрее пришел в негодность. Комплект стандартный, наволочка и пододеяльник. Также в детскую комнату или нет, пока еще не решила, взяла пару вот таких пластиковых органайзеров. Кстати, там крышка идет отдельно, то есть отдельно покупаешь контейнер, отдельно крышку. Но они бюджетные, вот этот маленький, по-моему, 3,5 долларов. Там есть большие, высокие, низкие. Низкие, например, можно разместить под кроватью и там хранить детские игрушки или еще что-то. Прозрачные, видно все, что находится. Конечно, на открытой полке не стоит такие размещать, потому что там будет видно, что находится внутри, как-то все будет пестрить некрасиво, а вот где-то в закрытом пространстве, мне кажется, они отлично подходят, плюс ухаживать легко, просто, быстро. Я думаю, туда, возможно, какие-то мелкие игрушки сложить Эмми. Мы заходили в отдел у нас в магазине IKEA, не знаю, как в других странах, вот есть такое или нет, у нас рядом с кассами есть такой небольшой отдел с акционными товарами, и там постоянно большие скидки. Во-первых, там продают товары, которые выставочные экспозиции, и на них определенная скидка, но там достаточно часто бывают какие-то такие скулы или царапины или потертости, а иногда смотришь, вот товар как будто новый, нет никаких изъянов, а скидка 60-70, а то может быть 80%. Почему они такую скидку делают, непонятно. Как раз вот такой случай, я купила комплект постельного белья уже в нашу взрослую спальню, там было три штуки, один без упаковки и два в упаковке, цена была одинаковая, скидка 80%. Я думаю, ну грех не взять, потому что комплект хороший, это 100% хлопок, и ткань такая достаточно плотная и немножко, знаете, как гладкая такая, как под шелк. И подушка, наволочка мне понравилась, там есть такая отделка, в общем, классно смотрится. Расцветка, конечно, далеко не весенняя, не летняя, но я думаю, может быть, оставить ближе к осени, к зиме будет весьма актуально. Купила я маленькую вазочку, вот такую, тоже недорогая она была, 3,5 доллара, красивое рельефное стекло, какой-то маленький букетик поставить, может быть, сюда, например, на косметический столик или на прикроватную тумбу, или где-то вот на тумбе в гостиной разместить.
я думаю, обязательно пригодится для разнообразия. Взяла одно керамическое кашпо, тоже мне нравится, у меня точно такое же есть одно, и я взяла еще, потому что хочу купить какое-то зеленое растение. Я сейчас все растения разместила в гостиной, а у нас в коридоре рядом с кабинетом мужа есть напольная тумба белая. Там вот у меня стояли два растения, я переместила их в гостиную. Сейчас угол пустой, тоже хочется туда какой-то зелени добавить. Я думаю, надо будет в следующий раз, когда поедем в супермаркет, купить какой-то цветок, возможно, или растение, и вот поставить в этом кашпо. Тоже красивый такой бежево-серый оттенок, как мозаика такая, текстура приятная, и сам горшочек глянцевый, а изнутри матовый. Вообще в IKEA такой неплохой выбор именно маленьких кашпо. Есть более современные, есть попроще, есть стеклянные. В общем, определенно каждый сможет найти что-то под себя. Купила еще 4 такие накладки на вешалки, чтобы плечи не вытягивались. Если какая-то объемная вещь или платье вот у меня есть длинные, стоят они недорого, обратите внимание, если вам такое надо. В IKEA постоянно покупаем батарейки как большие, так и маленькие, вот такие круглые. Мне кажется, они неплохого качества, достаточно долго служат. Взяла пару сумок, пару таких вот органайзеров. Они, знаете, материал такой, как вот сумки эти синие, икеевские. Мне кажется, очень удобно перевозить вещи, складывать какие-то сезонные вещи, одеяло, покрывало, еще там какую-то одежду вот в такие пакеты. Здесь есть удобные ручки, переносные на замочки, и в целом, в принципе, мне кажется, их можно использовать для хранения каких-то сезонных вещей, где-то вот на верхних полках, где не особо это видно, или в гараже, например, что-нибудь хранить. Ну вот у меня идея такая появилась, использовать их для переезда. Пока взяла 2 штуки, думаю, вдруг снимут с продажи, хотя бы 2 возьму, много не стала набирать. Еще купила мочалки, в упаковке было 3 штуки. Недавно у одного корейского блогера увидела, что она их использует во время уборки ванной комнаты. Она моет стеклянные поверхности, моет керамическую плитку. И я подумала, кстати, хорошая идея. У них неплохой скрабирующий эффект. Они такие, знаете, сетка это жесткая, да? Они хорошо пенятся. Вот попробую, посмотрю, если мне понравится, обязательно оставлю вам отзыв. И знаете, в основном вот такие губки, которые в магазинах продаются, они большие, да? И большой, конечно же, не очень мыть. А тут я смотрю, в IKEA 3 штуки в упаковке, во-первых, стоят дешево, а во-вторых, они маленькие, как раз то, что нужно, чтобы очищать поверхность. В общем, идея мне понравилась, будем тестировать. Остальные покупки будут на кухню. Я наконец-то купила вот такой силиконовый коврик. Постоянно, когда ездили в магазин IKEA, я забывала, что хочу купить вот такую штуку. Он длинный, у него длина 1,50 м на 50 см ширина. И, соответственно, его можно разрезать на необходимые части. Подходит для того, чтобы застилать полки в шкафах на кухне, чтобы полка не царапалась, чтобы дольше сохраняла свой привлекательный внешний вид и, соответственно, не так быстро грязнилась. И также их можно использовать для холодильника. Вот я с этой целью и купила, чтобы застелить стеклянные полки в холодильнике. Я в основном использую стеклянные контейнеры, в которых у меня хранится еда. Они такие тяжелые, каждый раз, когда я ставлю на полку, особенно на верхнюю, такой шум, я боюсь разбить эти полки в холодильнике. Я понимаю, что они прочные, ну вот, наверное, мой какой-то такой внутренний страх, и так как мы проживаем в съемном жилье, этого, конечно же, не хотелось бы, поэтому я думаю, что застелю вот таким ковриком, он прозрачный, будет намного лучше, и к тому же уборка проще. Достал коврик, протер, положил обратно, нежели вот если что-то там пролилось, например, грязь какая-то появилась, ты отмываешь, потом смываешь эту пену, потом натираешь до блеска, полируешь стекло, а вот это намного проще, мне кажется, будет. В IKEA появилась новая серия, ну, по крайней мере, ранее я не видела таких маленьких аксессуаров для готовки на кухне. Очень красивый бежево-серый оттенок, и я купила терку для того, чтобы натереть сыр, например, на готовое блюдо, или цедру лимона, или цедру апельсина, ну, вот для каких-то таких мелочей. Не знаю, можно ли мыть в посудомоечной машине, как пластик себя поведет, но купила, в общем, одну такую маленькую, она стоила недорого. И также вот из этой серии купила совок и щетку маленькую разместить под раковиной на кухне, чтобы быстренько можно было убрать какие-то крошки.
также купила две керамических вот таких маленьких тарелочки. Они идут как соусники для соуса. Можно подавать какие-то мелочи, закуски на стол, оливки или сыр порезать квадратиками. Например, я думаю, применение определенное им найду. Тоже красивый такой серенький оттенок, керамика. И здесь такие цветочки нарисованы. В общем, классно смотрится. Мне понравилось. Две штуки в упаковке. Взяла одну стеклянную банку. Тоже есть там разные размеры. Большие, маленькие, с рисунком, без рисунка. Она герметично закрывается. Здесь крышка с резинкой. Я в таких банках храню разные сыпучие продукты. И эти банки стоят у меня в кладовой. Я в кладовой хочу немного улучшить организацию хранения, выделить больше места. Потому что, вот, например, когда мы делаем такую глобальную закупку, в частности, в Каско там продается все большими упаковками, мне негде это там все размещать. А сейчас у меня так просторно стоит, красота красотой, но хочу все-таки больше добавить функциональности. И вот требуется мне несколько банок и также корзинку я еще вот такую купила. В ней я храню овощи, фрукты. Я уже покупала две штуки и сейчас взяла третью, чтобы мне вот так в ряд поставить и тоже здесь хранить какие-то фрукты. Вот говорю, опять же, когда ездим, покупаем, делаем большую закупку, фрукты там тоже продаются по 2, по 3 килограмма. И, соответственно, вот все это надо где-то размещать. А сейчас это у меня друг на друге так лежит, как-то свалено. В общем, не очень аккуратно и красиво. Вот эти корзинки, кстати, классные, несмотря на то, что они металлические, мне кажется, смотрятся так достаточно изысканно. И плюс деревянная ручка придает определенный шарм. В общем, неплохие. Они там есть разных цветов. Нежно-розовые, нежно-голубые, по-моему, бежевые. Но у меня белые две, поэтому я решила взять тоже две белые. Опять же, подойдут абсолютно для всего, в частности, для организации хранения на кухне. Здесь у меня контейнер, один я разбила стеклянный, этот взяла на замену, несмотря на то, что стекло, оно, да, более хрупкое, чем пластик, больше возможности его разбить, но тем не менее мне нравится хранить именно все в стеклянных контейнерах, в холодильнике. Я еду не храню в кастрюлях, в сковородках, потому что они, во-первых, занимают много места, во-вторых, смотрятся непривлекательно, поэтому все перекладываю вечером или днем вот в такие стеклянные контейнеры. Опять же, в IKEA они есть разные, маленькие, большие, круглые, квадратные, прямоугольные, и крышки вот тоже есть разные. Я взяла в этот раз стеклянную, но есть еще бамбуковые. Бамбуковые у меня есть, они, кстати, удобно, да, что подходят друг к другу. Вот бамбуковые я покупала, когда брала низкие контейнеры, и вот бамбуковая крышка вот на такой большой контейнер тоже подходит. Вот, молодцы они сделали, и, соответственно, можно так собрать коллекцию, миксовать, и если что-то вдруг придет в негодность, можно легко заменить, потому что они всегда есть в наличии, в продаже. Взяла обычные салфетки, вот такие с золотыми кружочками мне понравились. Здесь 30 штук. Вообще салфетки хорошего, на мой взгляд, качества. И даже вот эти самые дешевые, которые продаются большой упаковкой, белые, мне кажется, они тоже неплохие, не самые тонкие. Я, например, в местных магазинах как-то покупала тоже большую упаковку, но они были такие тоненькие, невозможно ничего было вытирать, потому что моментально рвались. Так, это полотенце хлопковые, понравилась расцветка. Здесь, кстати, 4 штуки в упаковке. И это больше, знаете, как салфетки такие, не полотенца. Они маленькие, 35 сантиметров на 35 сантиметров. Ну, вытирать какие-то поверхности, руки вытирать, например, во время готовки. Красивый бежевый оттенок. И я так понимаю, что они тоже, как вот эти вот полотенца, есть в клетку, есть полоску. Хлопок такой плотный. И последняя покупка, это пакеты. Тоже, когда ездим в IKEA, постоянно беру такой расходный материал, в этот раз взяла маленький, и, по-моему, вот эта расцветка новая, раньше я не видела, там были красные раньше, а вот здесь красивый цвет они сделали, золотой и черный, либо темно-синий, не совсем понятно. 60 штук в упаковке, 30 штук 1 литр, 30 штук 400 миллилитров, они тоже хорошие, прочные, я использую их несколько раз, замораживаю продукты, храню что-то в холодильнике, когда делаю какие-то бутерброды, перекус, например, когда идем на прогулку, едем на пляж, тоже эти пакеты меня выручают. Единственное, что вот я выбрасываю сразу пакеты, в которых замораживаю свеклу и морковь, потому что они окрашиваются, мне неохота с ними заморачиваться. А так, если загрязнения небольшие, промыла, у меня есть специальные такие бамбуковые палочки, на которых хранятся эти пакеты. В общем, использую их несколько раз. Сейчас буду разбирать покупки, раскладывать все по своим местам. В первую очередь хочу загрузить стиральную машину, и пока вот новое постельное белье будет стираться, я
Параллельно буду заниматься другими домашними делами. Все новые вещи, которые мы покупаем, в частности, вот постельное белье, я предпочитаю перед использованием простирать буквально там 15 минут, включая быстрый режим, чтобы освежить эти вещи. После стирки, после сушки они становятся более мягкие, исчезает какой-то запах, если он присутствует. Понятно, что купленные вещи, они новые, но все равно какое-то время лежали в магазине, на складе. Поэтому мне нравится именно вот таким образом. И также я хочу еще быстро сделать небольшую уборку в кладовой. Там как-то все перепуталось, сейчас неаккуратно, неопрятно. Убрать цветные вешалки, если у меня получится, если мне хватит, чтобы разместить именно вещи. И там вот в тканевых органайзерах на верхней полке у меня хранится постельное белье. Детское и другие какие-то мелкие вещи. В общем, сейчас пересмотрю. Это тоже там надо навести порядок. Будет красиво. Навела порядок в гардеробной, перебрала именно вещи. Здесь у нее висят футболки с коротким рукавом, которые мы сейчас в основном носим. Там платье тоже с коротким рукавом. Также в этой кладовой я храню разные скатерти, дорожки. Вот там вот камера не фокусирует, сзади они у меня висят, чтобы не гладить их каждый раз, когда захочу использовать. С этой стороны слева с длинным рукавом я все вещи разместила. К сожалению, пришлось использовать эти цветные вешалки. Все равно не хватило мне. Здесь пару вешалок пустые, но это футболки у нас в стирке. Наверху я храню в тканевых органайзерах, тоже IKEA, постельное белье. Здесь сразу в ее комнате, а там пододеяльники, а там какая-то одежда, в том органайзере тоже сезонная одежда. И здесь внизу вот в эту кладовую, так вот, чтобы вам было видно, мы поставили стеллаж из IKEA, который недавно купили. Я взяла вот такое расположение, там можно выбрать, они есть как бы лесенка идут, есть прямые, также можно не белые, а деревянные заказать. И вверху я решила разместить маленькие корзины для каких-то мелких игрушек и снизу более большие объемные. Там справа тоже игрушки, по идее надо бы перебрать, от половины избавиться, вот от мягких игрушек точно. Это вообще ужаснейшие были сборники. И, кстати, мягкие игрушки эти, она вообще, они так лежат, она им особо не играет. Ну так, что-то на нее может найти, она начнет укладывать там игрушек или лечить их, или еще что-нибудь там. Но в основном они там в углу лежат, пылятся. Ну вот как-то так. И, соответственно, здесь двери закрываются. Кладовую все аккуратненько, закрыто, ничего не видно. You trying to deny that we should be.
together. We only need the two of us together. We only need the two of us together. We only need the two of us together. We got love. Для экономии места какие-то объемные сезонные вещи или, например, подушки, покрывало, одеяло я храню в вакуумных пакетах, но вместо них можно также использовать большие мусорные мешки. Они работают по тому же принципу. Единственное, что они, конечно, более чувствительны, этот пакет можно быстрее порвать, но если делать все аккуратно, то все получится. С помощью пылесоса вытягиваю воздух и плотно, самое главное, плотно хорошо затянуть край, закрыть, чтобы воздух обратно туда не попал. И такие пакеты потом перекладываю уже в органайзеры и храню где-то в шкафу, например, или в гараже. Вот смотрите, какая стопка из подушек уменьшилась в 2 раза. В общем, на мой взгляд, это удобно и практично. Буду использовать вот эти сумки, которые купила в магазине IKEA. Сейчас это все сложу и отнесу в гараж. Сначала в органайзер я кладу пакеты, а потом уже с боков заполняю пространство другими вещами. Например, вот плед я сюда тоже зимний положила, наволочки объемные, чтобы мне максимально полностью заполнить органайзер, чтобы использовать все пространство. The time is right now. We only need the two of us together. We only need the two of us together. Приступаю к уборке в кладовой на кухне. Как уже сказала, хочу здесь немного улучшить хранение и вот убрать весь сор, который там образовался. Я недавно просыпала соду, потом просыпала семена чиа, и мне как-то лень было все это сразу вытирать, потому что я знала, что буду здесь организовывать хранение и, соответственно, заодно сделаю уборку. Но вот сейчас приходится доставать каждую банку, все прочищать, в том числе убрала корзины, чтобы там тоже пропылесосить, потому что в любом случае место, где хранятся какие-то сыпучие продукты, там всегда очень много мусора, по крайней мере у меня. Сейчас делаю уборку пылесосом и дальше надо будет досыпать продукты, которые у меня закончились, вот в частности там миндальная мука, потом цельнозерновую муку, все это нужно дополнить. Я делаю следующим образом: старую продукцию высыпаю из банки в какую-то тарелочку, засыпаю новую и сверху досыпаю уже старую, потому что если ты постоянно каждый месяц досыпаешь, то вот та продукция, которая хранится на дне, та крупа, она там уже хранится год. И, конечно же, может испортиться, и в том числе из-за нее могут завестись какие-то букашки. Вот знаете, у меня за всю мою жизнь никогда в крупе не заводились какие-то букашки, таракашки, мошки. Не знаю, несмотря на то, что я использую и стекло, и пластик, у меня как-то с этим проблем не было. Try to make it up for my mistakes, but everywhere I turn some hearts will break. Something, someone will end up getting hurt again.
Заказала я еще дополнительно вот такие крепления для шнура. Показывала вам их в прошлых видео. Подобные я уже прикрепила на мультиварку, на тостер, на планетарный миксер. Очень удобно. Ты, получается, этот шнур наматываешь на крепление, и посередине есть отверстие, куда вставляешь вилку. Все зафиксировано, аккуратно, компактно, ничего нигде не болтается, не торчит, и в ящике создается визуальный порядок. У нас подобные продаются разных форм, вот прямоугольные, вот эти мне нравятся намного больше. Есть еще круглые и как крючок такой, зажим. Посмотрите, возможно, у вас что-то похожее продается. Мне кажется, это полезная штука для организации порядка на кухне. Кладовой у меня теперь идеальная чистота и порядок, знаете, даже как-то дышать стало легче, а то заходишь в эту комнату, немножко так все навалено. Конечно, у меня была организация, но как-то быстро порядок превратился в беспорядок, и крошки, мусор какой-то, в общем, прибралась, давно хотела здесь навести порядок, и вот, говорится, сегодня дошли руки. А там наверху у меня хранится паста в разных контейнерах, здесь пачки с сыпучими какими-то продуктами, там консервация, орехи, семена, у меня как-то вот все по группам. А здесь крупы, здесь для выпечки, там сода, разрыхлитель, там у меня крахмал, здесь разные сорта муки. Это снеки, также я использую вращающийся поднос для легкого доступа, потому что, видите, тут слева-справа что-то стоит, и не очень удобно будет доставать то, что у стены. А вот этот подносик идеально в угол помещается, и там тоже. Здесь тоже у меня какая-то для выпечки. Бананы, кстати, в последнее время я стала хранить в подвешенном состоянии. Мне кажется, они так дольше сохраняют свежесть. И вот покупаю в основном я всегда зеленые, стараюсь выбрать максимально зеленые. Они дома доспевают за 2-3 дня. А если купить желтые, ты приходишь домой, принес, и на второй день они уже практически черные. Вот корзинка сюда у меня встала. Теперь 3 таких языки. Здесь у меня фрукты хранятся. Там внизу часть бытовой техники, это кокосовая вода. Покупаю ее в большом объеме, потому что по утрам, каждое утро мы делаем смузи какой-то из шпината или кейл я использую. Вот эти белые металлические корзины, там я храню в основном овощи. И вот такие пакеты у меня есть. Не пакеты, а как мешки такие вот с дырочками. А так, туда поставила банки, потому что сейчас овощей не очень много. А внизу в этих плетеных корзинах у меня консервация, там большая упаковка, потому что когда покупаешь какие-то сыпучие продукты, конечно же, все не помещается, если там большой объем, 1,5 или 2 килограмма, например. Здесь маленькие баночки я сложила в плетеную корзину, опять же, чтобы визуально был порядок, чистота. И вот эти металлические корзины у меня гармонируют с икеевскими корзинами, и дерево, плетеные, деревянные подносы, здесь крышки деревянные. Ну, то есть, мне кажется, в целом это как-то смотрится гармонично, да, идеально. Здесь также стоит большая корзина, куда мы выбрасываем пластик, картон, вот что-то такое объемное. И на двери у меня висит вот такая вешалка
Я покупала ее давно в магазине Dollar Tree, по-моему, если не ошибаюсь. Она стоила всего $1. Ее с внешней стороны не очень видно, она сливается с дверью, но удобно, можно хранить разные полотенца, салфетки, тряпочки вот эти, которыми я вытираю хромированные поверхности, также фартуки разные, и, конечно же, дверь я держу закрытой. Все, вот, все это разноцветное, не видно. В общем, вот кладовка на кухне для сыпучих вот каких-то таких продуктов – это просто находка. Американцы молодцы, что сделали такое. На ужин сегодня буду готовить пасту с лососем, рыбу нарезая на небольшие кусочки. Пока занималась приготовлением рыбы, у меня уже закипела вода в кастрюле. Выкладываю пасту, она мне такая зелененькая, потому что была с добавлением шпината и базилика. Пасту обычно готовлю где-то в районе 7 минут. Нам нравится альденте вариант, чтобы она ни в коем случае не была разваренная, такая чуть твердая. В отдельной сковороде разогреваю оливковое масло, выкладываю рыбку, обжариваю ее буквально 15-20 минут, наверное. А дальше выдавливаю 2 зубчика чеснока, использую такой специальный пресс, у меня из магазина IKEA. Но если такого приспособления нет, можно просто чеснок натереть на мелкой терке или добавить сушеный чеснок. Из специй буду добавлять итальянские травы, мне очень нравится сочетание. А дальше вливаю немного кокосовых сливок, можно заменить на обычные. Соль перемешиваю. И буквально там даю постоять еще 1-2 минутки. Добавляю прямо перед подачей сливочный сыр по типу Филадельфия или 2 столовые ложки сыра рикотта. 1 чайная ложка семян кунжута, горсть шпината и измельченные орехи кешью. На этом мое видео подходит к концу. Я благодарю вас за просмотр. Спасибо, что нашли время, заглянули ко мне в гости. Пожалуйста, не забывайте поддержать меня пальчиком вверх и комментарием. Для меня это очень важно. Желаю вам всего самого наилучшего. Увидимся в новом видео. Пока-пока!